Ну что же, всем добрый вечер, дорогие друзья. Добро пожаловать вновь ко мне на трансляцию. Мы с вами вновь продолжаем наши с вами посиделки. И, как вы видите, картинка не меняется. А не меняется она почему? Потому что мы все никак не можем пройти игру до конца. Но что-то мне подсказывает, что сегодня мы это с вами сделаем. Не знаю, насколько успешно будет данное выражение, но мы обязаны победить все, что там осталось. Присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. А, опять звука нет. Ну что такое? Ну почему? Когда я так делаю, не получается. Ладно, сейчас я быстренько игру перезапущу, ребят, извиняюсь. А, еще и вот эти звуки есть даже. Вообще шикарно. Все в духе СК2 ТВ. Но на СК2 ТВ нет качественного контента, поэтому будем его продвигать на Good Game. Так. О, ну вот, другое дело. Так, давай, загружайся, друг. У нас там осталось... если кто не смотрел предыдущую трансляцию, то немножко расскажу. Значит, нам осталось всего-навсего добыть одну великую душу, последнюю. Только я не помню, куда идти. Из катакомб мы как раз-таки выбрались и победили злодея по имени Нито. Сейчас я только еще тут верну свои тогда окошечки. Причем победили мы его прям очень-таки легко, потому что, как мне сказали пацаны, что я заобузил. Я, правда, не знаю, в чем обуз заключался, но я заобузил. Ладно, поверим им. Так. Значит, чтобы... Куда же нам надо идти-то осталось? В Анорлонды мы ходили. В глубины, что ли, осталось, если только куда-то идти? А, вспомнил. Нам надо идти через кузнеца. Идти надо через кузнеца, потому что в садах где-то открылся проход. Это я точно помню. А! Конечно, эти, блин, дрейки, ё-моё. Нам тогда, наверное, как лучше пойти? Через Нового Лондона, наверное. Может быть, тогда так будет проще. А здесь мы, наверное, не сможем, да, никак? Алтарь света, ст-т-т-р-т. Ну, пойдем отсюда. По-моему, нам как раз-таки вот туда и осталось. Надеюсь, что видно и слышно все хорошо. Главное, чтобы все работало исправно. И никаких нареканий у нас с вами не было. Но если вдруг будут, вы обязательно сообщайте. Все хорошо, спасибо большое. Нам бы, конечно, еще бы фласку подраскачать на самом деле. Потому что иначе мы играем в игру «Почувствуй себя нубом». Ну вот, начинается. Вот вне трансляции, опять же, вот все что угодно можно делать и спокойно все будет работать. Нет, здесь какая-то задержка присутствует. Нашел троеха, про которое я говорил. Слушай, я даже не смотрел. Вот честно. Вот я оказался ленивой задницей, мне было вообще не до этого. Поэтому я даже не смотрел. Нужно проклятие. Кстати, насчет нужно проклятие. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Нам, по-моему, куда-то направо надо будет идти. Вот здесь, по-моему. Нет? Вроде здесь должно быть. Долина Дрейков. Да, вот она. Только я не знаю, отсюда проще попасть или нет. Потому что я даже банально не знаю, где это открылось. А, нет, сюда нам не надо. Это чумной город. Сюда нам точно не надо. Правильно, мы отсюда как раз таки вышли в тот раз, когда это было давным-давно. Трансляции 3, наверное, назад.
Мы оттуда вышли, открыли эту дверь и через нее побежали обратно. А вот здесь мы еще с вами не были ни разу. Я даже не знаю, дракон это или Дрейк, потому что непонятно. Так, прямой меч. Щит с эмблемой дракона. Привет, Атлантис. Рад тебя видеть. Отлично, отлично, друг. Ты бьешь, как всегда, правильно. Молодец. Я, пожалуй, лучше пойду отсюда. Ну, тебя в пень. А он за мной, что ли, пошел? Нет, он стоит. Все, пусть стоит. Ну, его в пень. Кстати, насчет щита. А что это за щит такой мы подняли? Какой-то там... А, вот, асторский прямой меч. Прямой меч неизвестного рыцаря, скорее всего, одного из правителей Асторы. Благословенное оружие отличного качества. Дракон, видишь, передние лапы есть, правда, сгнивший. Ага, я понял. Так, теперь давайте посмотрим, что за этот самый... щит. Рыцарский щит кристалла. Вот, щит с эмблемой дракона мы, по-моему, подняли. Ну, то же самое. Зачарованный синий щит. Щит с изображением дракона отлично защищает от урона огнем. Ага. А он плотный такой достаточно, приятель-то. Как бы, что будет попроще немного. На 15-20 мегабит в секунду можно же застримить? Да, конечно, если выпустишь поток там 1,5 мегабита на HD качество, то будет более чем достаточно. Ну, нормально, с разгоном мы, в принципе, его легко завалили. Так. Да ё-моё. Да-да-да, давай-давай, ага. Молодец, стоять. А он больно током бьет на самом деле. Вот так вот лучше не стоять тогда. По приколу тут застримить, у тебя же только видеоядро, у тебя не, тебе не получится, у тебя процессор на сотню прям сразу будет бить. Тихо-тихо, он бежит. Бежим нафиг! Смотря что стримить, да даже если 2D игру. F2 погонять. Fallout 2 ты хочешь поиграть и постримить? Да ладно тебе. Так. Ну чё, рискнем? Ага. Сейчас другой. Не один, так другой убьет. Так, огонь. Огонь, огонь, огонь. Хорошие удары, пацаны. Валим нафиг. А, здесь даже дверь не открыть, да? Эть! Ага, ну меня убили. Шраги на E3 WoW Classic стримили, просто был нагружен 60-70 в HD. Ну, блин, у тебя же там все-таки еще и дискретная видеокарта была какая-то. Понимаешь? Нет? Ну тогда это немного странно. Я тебе могу сказать так. У тебя, наверное, здесь не получится. Почему? Потому что у ОБС... Так, я не туда иду. Нам надо вообще в другое место. У ОБС, если есть возможность через Intel QuickSync делать стрим, то ты можешь вообще прям спокойно его поставить, и нормально все будет. А у тебя же AMD-шка стоит. Ты не сможешь воспользоваться этой функцией. Блин, сейчас весь путь обратно идти, ну ладно. Это мелочи. Всем опять же большой привет, кто подключается на трансляцию.
Присаживайтесь поудобнее, трансляция будет, ну, очень долгой. Я не знаю, наверное, до победного конца, если нам действительно осталось недалеко. Вот серьезно. Если нам осталось прямо всего ничего, то мы пойдем и добьем. Великую душу точно нужно нам забрать. Да ладно, рычаг придется здесь взаимодействовать. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ты чё не крутишься? Так, из улучшений что у нас вообще есть? У нас есть с вами раскачанный щит на максимум. Ой, не щит, а меч на наш любимый на максимум. У нас есть черная алебарда. Точнее, алебарда черного рыцаря, которую предыдущие зрители нам сказали, что это имба. Но чтобы эта имба была имбой, ее надо раскачать. Поэтому пока он меня не очень сильно вдохновил на самом деле. Может быть, потому что я не умею орудовать этой алебардой как следует. Так, а если мы по этой стороне пойдем, что будет? А, ничего не будет. Все, ладно, 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 я понял. Так, перепрыгивать не буду, лучше пойду аккуратно. Потом мы еще сковали щит Арториаса. Который действительно мне очень сильно понравился на самом деле. Но обидно то, что вот если мы будем ходить вот как с одноручным мечом, он будет вот так вот махать, и это меня бесит. Тебе еще в DLC идти надо, правда, как туда идти, я не помню. Но я так понял, что нам сам Стайл сказал то, что надо идти там, где эту гидру мы убивали, в саду корней. Второго моника не хватает. О, ты знаешь, у меня иногда такое ощущение, что и третьего монитора не хватает. Эхо сейчас было, потому что немножко ОБС нагнулся. Непонятно даже почему. Да уйди ты нафиг. Душа города рыцаря, я ее взял. Все, не трогай меня. Блин, ну то, что это эхо появилось... Ну, я не знаю, это странно, опять же. Никогда этого не было. Может быть, у тебя слишком чувствительное ухо? Ё-моё, а? Не только ты замечал, но... Нет, стой, ну куда ты сразу крутиться так, а? Началось, блин. Человечность, неплохо. Ну а сейчас что по звуку, вы мне можете сказать? Просто только что было все хорошо, и тут на тебе. Это неправильно. Должно быть или хорошо, или нехорошо. Ага, ну да, все, я вспомнил это место хотя бы. Блин, вот казалось бы, такая вот расщелина, и тут уже так мрачно. А, блин, по прямой линии плюет. Ну, у нас сейчас, короче, они вдвоем. Ну, понятно. Да. Первые 37 тысяч душ сраты. Едем дальше.
Сколько новый уровень стоит? 47. А может я туда вообще зря иду, блин? Я прям даже и не знаю на самом деле. Потому что показано было где-то в совершенно другом месте. Кстати, я себе так вот на минутку посмотрел, действительно ли шкала увеличивается. Она увеличивается. Ну, я про шкалу здоровья и выносливости с прокачкой данного навыка. То есть визуально как бы. Я просто думал, что этого не происходит, а нет. Вот и еще бы посчитать, сколько каждая полоска хп дает. А, ты чё не едешь-то? А, потому что я на кнопку не нажал. Угу. Нас-то всего-навсего-то 1590 хп. По загруженности 52. 52. А если мы... Так. Будет 90, и мы будем бегать, наверное, как инвалиды, да? Ну да. Но зато выносливость восстанавливается. Очень быстро. Но перекаты, блин, меня просто больше волнуют перекаты на самом деле. Тихо. Просто если бы не перекаты, то я бы спокойно с тем кольцом бы бегал и не парился. Интересно, он очень сложный, этот дракон. Вроде не особо. Да, ну бьет он хорошенько. Ну давай пей ты уже, ё-моё. Отлично. Сейчас один удар, и я мертв. Ладно. Нам не страшно. Терять нам нечего. Надо зачекиниться у этого костра, блин, чтобы вот так вот постоянно не летать, блин. Он, по сути, не такой уж и сложный, это мы, как всегда, криворучки. Кстати, можно попробовать заодно и это самое. С щитом Арториаса тогда. Потренироваться лишний раз, я думаю, не будет это лишним. А если мы... Что там, 67? Ну, в принципе, разница не так сильно. Не так уж большой будет.
Интересно, как он его как-то очень странно держит, на самом деле, этот щит. Когда он именно бежит. А, ну там ручка такая дурацкая, я все понял. То есть он не просовывает руку, как бы, да, чтобы щит вот, щитом блокировать, а он как бы держит. Прям так, что если какой-то сильный удар, так кисть можно сломать. Ненадежная, короче, схема крепления. Нет, он пробивает этот блок. Причем вообще элементарно. Перекаты! Перекаты, давай! Жесть, это просто жесть. О, не попал. Ну ладно, ладно, сейчас задел, молодец. Сейчас будет удар, как всегда. И еще раз удар. И еще раз удар, под который я попал теперь уже точно. Успел выпить, поэтому не умер. Ну, это просто борода. Вот стой, пей называется. Угу. Ну ладно, я же проскочил под его лапой, блин. Короче, ну тебя в пень, балда. Может, она уже и посос тогда сделать, что нам? Просто один черт у нас. Одна фляга осталась. Кстати, насчет одной фляги. Что у нас с человечностями? Их 4 штуки. Нам, по сути, получается, нужны будут 3. Нужны будут 3. А там уже посмотрим, насколько сможем раскачать. Ну, вроде до 20. Огонь такой яркий становится, прикольно. Вот это реально круто. Красивая анимация. Так, ну теперь хотя бы фляг достаточно. Надо что-то с теми дрейками, блин, придумать. Просто они молнии лупят, а у нас, по-моему, на молнии-то ничего нету. Даже если из колец, по-моему, посмотреть. Вот, кстати, еще кольцо Арториуса. Просто кольцо символизирует рыцаря Арториуса и твари из бездны. Владелец, как и сам Арториус, может путешествовать по бездне. Получается, надо это будет, наверное, где-то кольцо одеть. Усилить защиту, когда защита от огня, защита от физической. Ну да, у нас нет такого именно из колец, но по-моему есть щит. Могу ошибаться, конечно, сейчас посмотрим.
Ну, вообще, как бы вот этот он неплохой вариант. Кожаный щит поглощает. Ну, щит Хавила у нас на него силёнок нет, чтобы его таскать. Интересно, сколько сюда щит Арториса просит? 34. Странно. Ну так нечестно, блин. Вот есть идеальное прям вот он стоит спиной к нам повернутый. Чтобы попробовать бэкстап заюзать. Так, спасибо за то, что покрутила лишний раз камера. Короче, нафиг просто мимо него пробежим и все. Ну его в пень. Что ты сделал, дурень? Прям вот тем самым местом чуял, знал, что он сейчас бить будет. Может быть, конечно, с него что-то и выпадет, но что-то мне не сильно горит выяснять это. Ну, поменьше вроде пропускать стали. Но однако все равно пол хп улетучилось. А если мы еще так будем драться, то что на одного дракона одну фласку тратить, это вообще караул. Ага. Зашибись. Ну это АИ что-то сам на самом деле затупил. Я его даже не понял, если честно. Так. Тихо, тихо, тихо. Значит, и не надо. Что не надо? Офигеть, он к себе не пропускает. Понимать и, ну, понимать его как раз таки надо, чтобы его хотя бы хоть как-то обойти. Бей ты его! Отлично. Ага, вот это я подставился. Красиво. Ну твою ж мать, да? О. Долбаные дрейки, блин. Так, отлично, меч. Меч ты на место верни. А, зараза. Да, я, наверное, там с ними надолго засяду.
А все только по той простой причине, то что у меня нету защиты. Да блин, ты будешь нажимать? Нет. Защита от молнии 244. Я вообще-то нажимал всего лишь один раз. Меч повелителя могил у нас же есть, точно. Ё-моё. Дубина небес. Грант. Так, так, так. Здесь надо 40 силы на зуб дракона. Вот, алебарда черного рыцаря. Не, можно, конечно, поприкалываться, как бы. Но я не думаю, что этот прикол будет удачный. Ух, какой выпад был, а? Куда ты бьешь? А вот никто не помнит, вот если вот, вот там, где этот мост, куда ты прёшь, а? Да, боже ж ты мой, перестань. Так вот, никто не помнит, если мы с вами там, где вот этот каменный мост, ну, где я, короче, умираю сейчас, вот там вот есть проход куда-то, это мы с вами, мы же с вами оттуда уходили ведь, по-моему, разве нет? Или, а, это мы с какой-то с другой стороны. Вот, короче, если я туда пойду, это мы куда с вами придем? Хрена с два тебе, блин. Так, я смотрю, что-то малясь не то. Что, не помогает? А, я его не одел, потому что... Ну вот, другое дело. Как ботан какой-то дерется, я не знаю. О, да ладно, предмет какой-то выпал. Да ты что? Драконья чешуя. Давненько мы не видели, чтобы с них падала драконья чешуя-то. Просто, может быть, есть какой-нибудь путь покороче, чтобы вот, вот так вот не бегать, блин. Туда-сюда. Так, ну как на пулька. Покажи мне дорогу. Просто я помню, что как-то из чумного города, по-моему, это выбираемся мы. Ну, я же о чем и говорю. Только теперь умирать тогда нам не стоит. Потому что костер я этот качать точно не хочу. И зря я это сейчас сделал на самом деле. А-а-а, лох. Ой, блин, а. Я что ли на кнопку нажал? Ну ладно. Ну если уж я, то мне простите.
Вот на плато с ними, вот на таком широком пространстве, я могу разобраться. Но на мосту это просто задница какая-то. Ну, с этим еще ладно, а вот когда их там двое, на меня одного, вот что-то как-то тяжеловато уже. Ну ты и жук. Не сталкивай меня, ты ублюдок, блин. Хорошо, что они сами на меня пошли. Ну убей ты его, ё-моё, один удар остался. Кошмар какой-то. Ура, ё-моё, одолели. Только я не знаю, есть ли в этом смысл вообще. Потому что эти ворота закрыты. Есть, видим лестницу. Причем обычная веревочная лестница, странно. Блин, какие огромные двери, вообще обалдеть. Ну, не двери, ворот, конечно. Но все равно. Кольцо с красным камнем. Что за колечко? Усиливает атаку, когда мало здоровья. Хм, неплохо. Только нам такая срань нафиг не нужна. Так. А вот сейчас я не понял прикола. Вот он люк. Типа люк, да? И чё? Я могу только подняться и спуститься. Вот это прикол! А если попробовать ударить? Нет, скорее всего, сейчас реально придется идти в этот сад корней, и там уже будем плясать. Ничего не будет, да? Получается, что отсюда можно сюда выбраться. Может быть, здесь что-то еще есть? Но лично я ничего не вижу. Здесь только если разбиться. Да, вот это я, конечно, зря время потратил. А может и не зря. Короче, здесь делать нечего. Пока что. Почему говорю пока что? Потому что потом я не знаю. Вернемся мы сюда или нет. Где рычаг-то, ё-моё? Вот он. Там ничего нет, да? Ну ладно. Сейчас тогда отсюда. Аида 64 показывает температуру на 4 ядрах 30-35. Ну разве это плохо? Ну, значит, что-то с датчиками, наверное, не то. Потому что я фиг его знает. Объяснить я тебе это не смогу.
Так. Так, 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 так. Вот как плохо, что забыл, где это еще одно место находится. И как хорошо, что меч очень длинный. А как оказалось. Просто я думал, что я до него не достану сейчас. Ну ты опять, как всегда, за мной бежишь, блин. Ну и что? А чё, ну ты гляк отдохни, ё-моё. Тебе еще ехать. Вот там вот на синематике показывают, что где-то проход справа. Да я знаю, что ты не спал всю ночь, ты же писал. У меня тоже такое было. Я думал, что я после работы еще приду. Такое, типа, ща я еще стримчик запилю. И я, короче, лег и уснул. Просыпаюсь время 2:30 ночи, я такой, круто. Выключился и лег спать. Ну, зато поспал. Ну да, такое на самом деле, зато поспал. Спал бы на стриме. Слушай, я Адольф делал такое дело. Людям понравилось. Так, я вот реально не знаю, правильно мы идем, неправильно. Потому что, может быть, нам вот сюда надо. Нет, здесь мы были. Судя по этому костру. Только не говорите, что это тот самый костер, который ведет меня сейчас туда вниз. А, да ладно! Фу-фу-фу, ё-моё. Пипец. Ладно, пойдем дальше. Если тут есть, конечно, куда идти. Нет, дальше тут идти уже некуда. Значит, это не то место. А где же тогда? Потому что я помню, что-то показывал по типу вот... Вот такой вот местности. Просто здесь, если сейчас мы пойдем, это мы сейчас попадем к этим гигантам кристаллическим, которые нам, в принципе, не так опасны, но надоедают. Ну и чё это ты? Утю-тю. Вот так вот. Так, а что у нас здесь находится? Блин, здесь так темно, что хоть эту. Хоть личинку одевай. Чтоб хоть что-то видать было. Здесь ничего нет. Здесь только большой дядя, который хочет мне надавать люлей.
Извиняюсь, мне показалось, что где-то телефон шумит. Так. Значит, нам говорили, что вход находится там, где гидра. Но гидра же находится в том месте, куда я не могу идти. Точнее, если я туда пойду, то я попросту утону. Или реально, если взять кольцо Арториса. Так иди отдыхай, я тебе же говорю, серьезно. Зачем себя мучить-то? Подвеску-то взял. Торг Вимада, тебе большой привет. Слушай, я даже не знаю, о какой подвеске ты говоришь, если честно. Потому что здесь вот, именно в этой пещере, мы убили золотого голема. Появилась мадама, что-то там поболтала. Ну-ка. И чего? Засушенный палец. Высушенный палец множества суставов. Скукожился, но все еще теплый. Судя по этим суставам, он не мог принадлежать человеку. В архивах герцога есть голем, первый костер. С него подвеску надо выбить. Черный кристалл, глаз дракона. У нас, наверное, нету этого. Здесь ничего. Если была бы ты бы вход увидел. Я тебя понял. Вот кто это шумит? Вот вы слышите этот шум? Где-то тут прямо здесь. Так, ну если в архивах герцога, блин. Лягушки так какают. Прям вообще я даже не ожидал, на самом деле. В архивах герцога. Это через кристальный грот, наверное, тогда ближе будет. Так. Стоп. Смотри, что-то маленько не то. Надеюсь, что отсюда будет ближе. И надеюсь, что отсюда есть возможность выбраться, причем абсолютно спокойно. А, ну она как бы есть, но я просто не знаю, тут тропинки эти.
А почему я не знаю эти тропинки? Потому что я не знаю. Ага. Отлично. Ты еще и стреляешься. Какой ты молодец. Так, кажись, я, наверное, сам себя в жопу загнал. Или нет? О! Ё-моё! Я знаю, что просто отсюда до архива добраться, наверное, проще будет. Вроде. Или нет? Откуда нам проще взять-то? Алтарь повелитель могил нам не туда. Что такое? Да ладно. Ты удивился? Я тоже, когда на самом деле там бегал, я тоже очень сильно удивился. Из Анарлонда. А, да, точно. Из Анарлонда. Будет проще. Сейчас мы мимо этих придурков пробежим только. Точно, точно, точно. Вот что значит не так активно стримить, блин, потому что уже ничего не помню, ё-моё. Иди в пень, а, приятель. Ты знаешь, что я тебя повалю за 1-2 удара. Первый костер, я, кажется, понял, ты о каком говоришь големе. Он там еще справа находится, прям перед входом в большой зал. Верно я говорю? Угу, все, я тебя понял. Только что-то я его убивал, что-то мне с него ничего не падало. Ну, сейчас посмотрим, что будет. Да? Может быть, я тогда просто внимания не обратил, потому что мы его убивали. Когда они меня там все бесили, эти тролли дурацкие. Ну, не то, что тролли, блин, эти скелеты ледяные. Да ладно тебе. Как ты меня задел? Ну, вот это вообще просто прикол. Вот вы что, издеваетесь, что ли, надо мной сейчас? Сломанная подвеска. Вот она. Да иди ты в пень! И ты тоже, блин. Обломок синего титанита. Спасибо тебе за маленькую подсказочку. Фласки восстановили. Отсюда, что ли, пойти? Ну да, наверное, отсюда поближе будет все-таки.
А что за сломанная подвеска вообще? Она здесь должна находиться? Нет, значит где-то в ключах, наверное, да? Сломанная каменная подвеска, заряжена сильными чарами. Половина сломанной подвески, похоже, она была изготовлена волочили. Вот, ага. От этого древнего камня исходит мощная магия. Люди все еще не могут ни управлять этой силой, ни почувствовать ауру благоговения и ностальгии, столь характерную для нее. Только не беги ты сейчас опять, а? Балда, блин. Нет, не слышу его. Лучше бы, наверное, просто спокойно бежал, блин, нежели хотел упасть. Так, где наше ржавое кольцо? Солнце, конечно, так в воде отражается, что прям аж караул. Ага, вон там, кажется, что-то появилось. Давайте посмотрим, куда нас сейчас засосет. Неплохо. Я впечатлен. Так, священный сад. Что же это за место такое? А, ну конечно. Куда же без костра? Только мне раскачивать уже нечем, блин. Костры эти все дурацкие. Сейчас не дай бог какой-нибудь здесь босс будет сразу. Вот я вообще офигею тогда. Страж святилища. Привет, страж! Ой, как ты хорошо попал. Ага. Ладно, вот эти удары это не очень. Ух! Ладно, рогами бьешь больно, согласен. Да ладно, ты не должен доставать ведь был. Два раза попал. Наэлектризовался ведь. Ну и чего, теперь так все время будет?
Отлично. И еще раз, да? Для профилактики. Он не такой что и сильный, по факту. А я с ним как с девочкой, я не знаю. Так, душа стража. Ну-ка. О, смотрите, она оранжевая какая-то. Душа белого крылатого льва, стража святилища. Он очень боялся расширения бездны. Страж сочетает в себе черты нескольких животных. Это говорит о том, что он не обычный зверь, а демоническое создание. Ну, окей, ладушки. Идемте дальше тогда с вами. Святилище Алачили. Тьфу ты, ё-моё, это тот самый гриб. Только он что-то не ходит. Так, по-моему, что-то еще появилось. Или мне кажется. Алтарь повелителя, башня принцессы, да нет, вроде все то же самое. Так, ладушки, ну-ка. Давай, ты ему говоришь? Отлично. Только взгляни на это. Из каких веков тебя принесло? Но пахнет от себя человеком. Терпеть можно. А, принцесса Заря спаслась благодаря тебе. Твоя аура в точности такая, как она описывала. Я благодарю тебя за спасение ее высочества. Но принцессы Зари здесь больше нет. Ее украл этот ужасный первый человек. И я должна спросить, не спасешь ли ты принцессу еще раз? Ну, что мы, злодеи какие-то. Меня зовут Элизабет, я страж этого святилища. Я что-то вроде крестной матери принцессы Зари. Я помогу тебе всем, чем смогу, потому что я владею волшебством Алачили. Порошок для починки. Невидимое оружие. Делает оружие невидимым. Эффект от этого непростого заклинания зависит от мага. Пример того, как умеем управлять светом. Ерунда какая-то. Так, стены посох. Ясно. Все, спасибо. Ну, давайте посмотрим, чем мы сможем помочь. Кстати, это место очень сильно напоминает, вот как мы тоже, когда в саду были, в саду темных корней. Очень похоже, кстати. Только там темно, а тут очень светло. А, мы же в другом мире, типа, находимся. Ой, нет, да и хотел заглотнуть, блин. Ну ладно, вы не такие опасные. Заросли красного мха. Короче, все то же самое, только мы в другом мире находимся. Кто там топает? Здорово, мужики! А ты не поменялся. Только, по-моему, у тебя молот появился. Ни хрена себе. Вот это было очень больно, я вам хочу сказать. Сейчас нам, скорее всего, в замок придется какой-нибудь забегать здесь. Только интересно, что же это за первый человек такой?
Ну, я хочу обобрать тело. Вот так вот. Ах ты жопа. Нет. Мощно он по спине хлопнул. Ну да ладно, ты не должен был попасть. Ну, что же за жопа-то? Ну все понятно. Говна кусок, блин. Ну вы где там идете-то? Добрый вечер. И тебе большой привет от Грейзера. Рад тебя видеть снова. Я, короче, со своими душами в пень не пойду. Хочу посмотреть, что здесь вообще. Боль впереди. Я не знаю, о какой боли ты говоришь. Я уже тут по спине пару раз получил. Нормальных! Ну ладно. Эх. Странно, с такой высоты он взял, упал и умер. Такого никогда не было. А что сразу отчаяние-то? Нет никакого отчаяния, я только сюда пришел. И что-то тут вообще завафлил конкретно. Ненавижу DLC, а почему? С чем это связано? Главное, чтобы это DLC не было таким долгим, потому что я намерен сегодня эту игру закончить. Иди в пень! Ну, боже мой, это что за перевороты-то такие, а? Все поймешь, все увидишь? Ну, наверное, этот первый человек тогда я понял. Или я увижу Гвина, скорее всего. Раз уж такая пьянка пошла. О! Пацаны, души! 400 душ, найс. Так, это у нас что здесь? Наручи стража. Которые, кстати, немножко полегче, но там чуть слабее защита будет это самое. Так, ладушки. Наручи каменных рыцарей, стражи лесного святилища. Каменные рыцари — это големы, оживленные магии. Их зачарованные наручи очень тяжелые. Да ты что, серьезно что ли? Ты увидишь то, за что я ненавижу DLC, с лором и сюжетом это не связано. Ну, блин. Что я тебе могу сказать? Надо же как-то с вас бабки качать, как говорится. Да куда ты идешь, ты твою мать, сейчас опять упал бы. Ты куда бежишь, блин? Ты чё, опять начинаешь, блин? Нет, кстати, вот интересно.
Вот типа палец сушеный. А шо толку? Что он сушеный? Шут его знает. Так, можно я там ни с кем драться не буду, блин? Ну их в жопу, блин. Его под пиво надо? Так у меня вроде нет пива. Никакого. Я ж не пьющий. Ой, да ладно, нет. Так, ты будешь мне камеру крутить или нет, блин? Чё началось, а? Так, вот это вот мне сейчас точно вот не надо, чтобы вот брал мне камеру и крутил, не пойми как. Ты кто? А ты красивый. Только не убивай меня, ладно? Спасибо. Мы с тобой потом подеремся. Нет! А, слава богу, два мерцающих-то нет, спасибо. Спасибо, что живой. Так, гром гремит, кусты трясутся. Что там делают? Не знаю. Куда иду? Вообще не знаю. Непонятно. Ни черта. Так, мох. Только что-то сейчас все красный, да красный падает. Прям даже это странно. Не, ну блин, вот все бы, конечно, ничего на самом деле, но этой игре в некоторых моментах реально не хватает обычной фоновой музыки. Потому что я знаю, что у вас тишина, это очень сильно напрягает. В том плане, то, что мое молчание слушать никому не интересно. Гриб Элизабет. Ты здесь где-то? Временно восстанавливает много здоровья. Большой лекарственный гриб Элизабет, хранительница святилища. Этот гриб укрепляет тело и на время восстанавливает много здоровья. Его поразительный эффект заставляет понять разницу между жизнью и смертью. Я думаю, это будет полезнее, чем душа какая-то. Ну так, на случай. Оп. И ты типа король. Снова. Что-то здесь очень много трещин. И мне это прям уж напрягает, если честно. А вот мы, кажется, куда-то пришли, да? Так, ну туда падать, понятное дело, не рекомендуется. Это что спереди мотыляется такое? А, это они подстригают? Да ладно! Вот это прикол! Тогда я извиняюсь за столь... За такую дерзкость. Ну, ты чего? Прикольно. То есть у них здесь все-таки какая-то своя жизнь. Так, золотая монета. Но мне что-то непонятно. Что-то я куда-то ушел. Охренеть, их двое, блин. Вон один стоит, на него мы смотрим. Вон справа у нас стоит. Вы за моей камерой не видите.
Вот он прям правее дерева. Так, поймает и сделает обрезание. Слушай, и монет, если мне сделать, то только глотки. Да ладно, второй ты сагрился зачем, а? Не попади! Сейчас удар, и я мертвый. Как он меня бесит. Вот поэтому я не хочу драться. Как ни крути, сколько ни качайся, а ты все равно нуб нубом, вот серьезно. Как был валенком, так и остался. Ну давай, давай, иди сюда. А, вот так вот, да? Красавчик. А второй дружок ваш где? Вот и он. Ну, чё ты тупишь-то, блин? Как не родной, ё-моё. Как будто и ты у меня в гостях, а не я у тебя. Так. Ну мы вроде как правильно идем. И чё? Куды ты побежал? Ага. Кстати, одни одетые, вторые не одетые какие-то. Так. Если они меня сейчас всей своей бригадой уничтожат, это будет... А-а-а! Ты-то откуда взялся? Ну тебя в пень, не трогай меня. Я все вижу. Так, поножи стража, ага. Так, потихонечку сет будем собирать. Да как ты попал-то, а? Своим размашистым ударом, непонятно. Да пошел ты в пень. Ну, вот это да, вот сейчас понятно дело, почему попал. Да перестань! Я просто худею с него, вот серьезно. Да. Не культяпистый удар, блин, но попадает. Там этот засранец топает сзади нас, блин. Тебя еще не хватало, а? Вон он, идиот, блин. Да боже ж ты мой, я вообще-то перекат хотел нажать, блин. Нажал удар, блин. Каменная большая секира, кстати, насчет... Баланс, кстати, очень сильно теряется.
непонятно, чем же они такие тяжелые, блин, если одеяние Хавела гораздо тяжелее, блин. Давайте, 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 ага. Один, второй, третий, еще один. Погоди, погоди, погоди. Сейчас я сначала с этим чучелом разберусь, а теперь с тобой вот. Я вообще-то опять не ту кнопку нажал. Ой, я лохну. Он же вот он серьезно, вот он не опасный, блин. Но убивали мы его, я не знаю. Как сами придумайте кого, блин. Он уже готов был укусить меня своими дурацкими ножницами, блин. Вот это вообще прикол! Да. Наверное, эти поножи действительно тяжелые, что меня сразу вниз-то направило как. Ой, вот это да. Ну, это в моем стиле, как всегда. Только я так могу зашквариться, блин. Как он успевает свои вилы так вскидывать, то, что он и меня успевает задевать, я не понимаю. А заросли мха кровотечение останавливают или что? Так, эти кровотечения останавливают. Вот ты говнюк, блин. О, кстати, первый раз зараз эфирит он хавы плит. Да боже ж ты мой, вот же написано. Нажать А. Спасибо. Вижу, фляг-то практически не осталось. Ну. Короче, ну в пень, я лучше пойду оббегу, блин.
По-моему, здесь же бежать как раз таки. А, вот так вот. Ох ты ж, ёжик. Ну, боже ж ты мой, а. Наконец-то попал. Так, душа отважного воина. Неплохо. Тут такое количество дыр. Ой, что же это такое-то, а? Олочили. Я смотрю, на одну строчку больше стало, но я просто не могу понять. Не мог понять. Блин, ну это реально несложно, ё-моё. Ну, начинается, как я не знаю, как в детском саду опять. Все через одно место. Можно ты не будешь меня бить? Странно, он не попал. Обалдеть. Блин, их так много там, пипец. Кстати, ребята, вот у меня к вам такая просьба. Точнее, не просьба, а такой небольшой опросик из тех, кто присутствует у нас на трансляции. Какую вы следующую игру бы вы хотели увидеть от меня лично? Хотелось бы, чтобы данный ответ последовал в комментарии под трансляцией, где вы находитесь, неважно, опять же, на Good Game, на SKD TV или на Twitch. На Twitch не получится. Ну, на Good Game или на SKD TV, значит. А там уже посмотрим, будет ли у меня возможность постримить данную игру или нет. Конечно, хотелось бы, наверное, к 8-биткам, что ли, вернуться. Я прям даже не знаю. Что-то я вчера вот хотел залипнуть прям конкретно в Final Fantasy. Вот именно прям в самую-самую первую часть. Но что-то понял, что я сам залипаю, поэтому я лег спать. Хотя бы какую-нибудь такую RPG-шечку хотелось бы, наверное, на самом деле. Ну или что-то схожее. Давай, давай, да я слышу тебя за спиной, у меня тут шумит, придурок.
Так, мне просто вот интересно, что там находится. Но это, блин, перепрыгивать надо. Я боюсь, что сейчас как зафейлю. Ну или не зафейлю. Шлем стража, отлично. Вон он. Передурок. Ну, шлем мы не будем, наверное, надевать. Нафиг он нам сдался. Так, не понял. А где же он тогда топал? Вот интересно, мы на верном пути сейчас с вами находимся или нет? Ох, хорошо подставились-то, а? Вот так бы всегда. Так, а, вот, мы же здесь в тот раз кокнулись. Нам надо с ними что-то... Вот с ними надо что-то придумать, короче. Только чего придумать? Шут его знает. Ну, боже ж ты мой! Ну, блин, сейчас один ударит, второй ударит, и я мертвый. Давай, давай, давай. Я вас просто обожаю, ребят, вы самые лучшие. Так, дайте мне, пожалуй, на 2 минутки сейчас буквально дойти, сейчас я вернусь. Так, все. Быстренько проверил, что все нормально. Интересно, здесь есть что-нибудь еще такое? Здесь вроде ничего такого нету. А что у нас с человечностями-то нашими? Две штуки, ё-моё. Их считай и нет, блин. А раньше-то сколько их было, да? Thank you.
Блин, если это все будет зазря, я не знаю, у меня бомбанет пукан. Вот серьезно. Просто я не намерен как бы здесь сидеть, блин, 3 с лишним часа. Но с учетом того, какие у меня руки, я так понимаю, что я здесь засяду надолго, блин. Так ты будешь бежать, нет? Охренеть, ты еще и упал. Место такое на самом деле уж очень странное. Убить тебя, говна кусок, а? Ай-яй-яй. А вы что не бежите? Странно. Ну ладно тебе, ё-моё, стояли двое в ряд. Обойти мы эту всю дыру можем, нет? Надеюсь, что можем. Потому что, наверное, лучше у них за спиной как-нибудь появиться. А лучше вообще не появляться. Ах, да ладно, а туда как попасть? А, все, понял. Так, а теперь я ничего не понял. Прямо там внизу, он где вот наши вот показывает количество душ, там что-то светится. То есть туда как-то можно попасть. Неужели реально вот в этот замок придется идти? Стрёмно-то как пипец. О, прогресс, господа. Прогресс, ё-моё. Только я туда пока не пойду. Ты костер горит, да? Нет, это свечи. А ты кто? Хм, дай догадаюсь. Тебя схватили и утащили в прошлое. Ну, я так понимаю, что мы, наверное, да, в прошлом находимся. Yes, да, конечно, со мной случилось то же самое. Мы оба чужаки в чужой стране. Но нас, по крайней мере, теперь двое.
Тебе не встречался рыцарь Арториас, легендарный путник бездны из старых сказок? Впрочем, все равно. По-моему, он никудышный герой. Ну, что ты еще можешь рассказать? Так что дает тебе этот гигантский гриб? Не то чтобы мне интересно, это вообще не мое дело. Так. Что? Обо мне нечего сказать. А ты знаешь обо мне. Что знаю я? Так, вот это вообще непонятно. Полторы тысячи, кстати. Надо бы, наверное, купить. Штуки 4. Пригодится. Человечность одна стоит 10 тысяч. So long. Салам, салам, блин. Так, стоять. Это мы сейчас... Ах, я все понял. Я все понял. Как же здорово! Все на эту высоту, блин, нельзя упасть, блин. Чтобы попасть вот сюда. Гениально! Так, ладушки. Интересно, а как мы далеко тогда в прошлом находимся с вами? И вообще, вот если рассматривать с точки зрения игры, да, концепции ее, у нас получается возможность перенести, мы можем переноситься между кострами. Но, блин. Как же так я могу с помощью костров переноситься в прошлое? Вот это вообще не вяжется что-то. Ладно, погнали. Сейчас нам будут жопу мылить. Ух ты, какой красавчик. Это тот, который у нас на картинке с вами. Перед началом трансляции. Похож очень. Черный рыцарь какой-то прям аж. Ух, зловещий, зловещий. И что с ним происходит? Рыцарь Арториас? Да ладно. Вы смеетесь? Это Арториас? Тихо, тихо, тихо. Только не говорите, что он типа злодей. Ну ладно. Ну боже ж ты мой. Стой, пей. Стой, пей. А он такой, юркий боец, достаточно. Да, очень даже. Только не говорите, что он может хиляться. А, он стал бить гораздо сильнее. Окей, ладно. Вот это прикол. Вот это реально прикол. Интересно, кого же он тогда защищает? Если он защищает, если он добрый. Покарал тебя Артурка? Ну, потому что... Руки не из тех мест растут, блин. Это вам вроде... Это вам камера обман просто дает. На самом деле они пришиты вот как раз таки вот оттуда.
Чудеса 21 века, ничего не поделать. Блин, а тогда я что делаю-то? Я ж это, так нечестно. Так, не понял, ты куда пропал? А, вот он стоит. Так, ладушки. В Хавеле его не так сложно убивать с ХП. Ну, может быть, ты и прав. Теперь работает, да? Класс. Вот теперь мне это нравится гораздо больше. Блин, ну я просто вообще в шоке на самом деле. То, что вот этот вот непонятный человек, точнее непонятный рыцарь, это рыцарь Арториас. На него это не... Ну, я думал, что он хотя бы это, хоть немного другой какой-то. А он вообще не похож. Ну, на доброго, по крайней мере, он вообще не похож. Я хотел перекат завести себе. Ладно, мы его побили. Душа Арториаса. Обалдеть, она такая темная. Сейчас прочитаем. Что-нибудь еще дадите? Ну вот, спасибо. 50 тысяч душ, да. Душа рыцаря Арториаса, путника бездны. Душа Арториаса, рыцаря-повелителя Гвина, который был поглощен бездной. Легенда о том, как Арториас победил бездну, рассказывает лишь часть истории. Похоже, он был повержен, а славой обязан неизвестному герою, который действительно уничтожил бездну. Затанковал? Ну, наверное, да, затанковал, кстати. Потому что, смотри, я по хпшечкам так нормально просил. Так, нам сюда вроде. Я здесь слышу этот звук. А если я слышу этот звук, значит, где-то шумит костер. Только, наверное, я не в ту сторону пошел. Да, вот он. Зал стоицизма. Дуэль по мост. Стоп, 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 стоп. Какая дуэль по мост? Я думал, это... Фиолетовый кристалл труса. Битва за стоицизм. Найс. А может быть, я это самое... Пойду отсюда. Ага, спасибо. Нагибалово опять меня тут устроили. И это тоже. Смертельный бой по мост. А здесь что написано? Просмотреть плиту легенд. А-а-а. Карта игрока. Этот профиль скрыт. Говорит мне Steam, поэтому все понятно. Детали. А что за детали будут сейчас? А он не так уж и сильно раскачан. Подумаешь, у него человечность 99. Пиромант. Дворяне на стороне. Послушен, черные. А уровень-то какой, блин? Дайте посчитать-то. Лучше бы уровень показывали. Это он на первом месте, короче.
Так, ладно. Это для... Смертельный бой руины. Это, короче, для этих самых... Командный бой руины. Дуэль руины. Это для ПВПшеров. Я не оттуда. Пока что. Так. Костер зажжен. Значит, время нового уровня. Ура! Круглая дата, ребят. 90 уровень. Так, я пока туда не пойду. Почему? Потому что я хочу посмотреть, что там наверху. Потому что мы здесь побежали и не посмотрели. Понял, идем дальше, значит. Заперто. Найс. Сразу напрашивается комментарий. Сейчас бы отмычку бы неплохо, да? Зашибись, блин. Стоять. Не зря. Ну, хоть не зря поднялся, ладно. Какую-то душу героя взяли. Так, а здесь чего? Нет ничего? Да ладно. А что тогда лестница? Так, перестань отдохнуть у костра, мне маячить. Поселок Палачиль. Большая душа гордого рыцаря. Ну, ты, в принципе, больно бьешь на самом деле, если разобраться. Опять эта штука не работает. Мне вот просто непонятно. Вот поселок Алачиль. Здесь же мы с вами в это самое время не были же ведь? В настоящем-то. Просто я эти места вообще первый раз вижу. Но то, что пейзажи похожи, это факт. Так, вниз только не падаем. Ой-ой-ой, какой ты злой-то, ё-моё. Ну ты где? А, погодите. Мы с вами в чем-то похожем были ведь. Почему я говорю в чем-то похожем? Потому что мы тоже так вот по каким-то колоннам здоровым бегали. Но там был туман, и мы ничего не видели. Может быть, это как раз таки это место? Ну, просто уж очень похоже.
Да ладно тебе, темной магии своей хреначить. На тебе. Так. Ну давай, ты ловушка. Да ты что, нет? Сфера тьмы. Это вот, видимо, заклинание, которым они стреляются. Упс. Нам не сюда. Было бы прикольно, на самом деле, что если бы я бы сейчас бы взял бы, вышел, например, и на меня камень какой-нибудь сбоку, чтобы меня толкнуло там, и я упал. Вот это было бы вообще замечательно. Знак прости. Резьба по дереву. По древнему дереву с надписью прости. Эту голову вырезал из древнего дерева Гох, когда находился в заключении. Гох вкладывал душу в каждую работу, и это принесло ему озарение. Если побеспокоить голову, она заговорит, демонстрируя вложенные в нее чувства. Глаза говорит прости, приглядитесь, лицо выражает мольбу. I'm sorry. Слыхали, да? Я понял. Одноразовая игрушка оказалась. А жаль. Ну ладно. Так, а здесь чего? Здесь ничего. Наверное, да? Ну, вроде как ничего. Тогда, получается, здесь делать нечего. В башне, что ли, шумит? Непонятно. Вроде как в башне шумит. Так, стоп. А мы что, сейчас типа обратно идем, что ли? Может быть, и не обратно даже. О! Сундук с подставой. Слишком очевидно, друг. Давай шмотку, которую ты хранил. Знак отлично. Ай, не попал. О, да ладно. Если он так будет стреляться, нам жопа. Ага. Ага. И еще раз. Не будешь, не? Ну, тогда я с разгончика тебя, ладно? Оп, задел. А у этого что-то глаза какие-то красные. Странно просто. Или я просто, может быть, внимания не обращал на это. Мусор. Отлично. Мусора-то нам и не хватало. Так, ну, вроде ничего такого нету тут. А их тут много, они сейчас могут навалять. Обалдеть! Зараза, не успел добежать я до него, а?
Вот зараза. Ладно, тут вроде как недалеко. Правда, вспомнить бы дорогу теперь. Как я туда попал. Большой осколок титанита. Неплохо. У них эти глаза красные, они закрыты. Они, короче, открываются, когда в темноте. О, у нас, кстати, человечество накопилось одно. И это круто. Вон там наши души лежат, я их вижу. Ха-ха-ха-ха-ха, как смешно-то, а? По-моему, эти бьют даже сильнее. Может быть, мне кажется. Я же знаю, откуда ты должен упасть, блин. Обалдеть, черная магия сколько сносит. А-а-а! Я не достал до него! Вот это бред! Вот это бред! Да, вот это было круто. А как же так-то? Я думал, что вот он рядышком. Перспектива меня обманула. Ну, как вот здесь сейчас, то же самое произошло, можно сказать. Тихо-тихо-тихо, ребята! Хорошо. Вообще-то я нажимал всего лишь один удар, он сделал два. Вот серьезно, я этого не понимаю, блин. Как он так команды иногда отдает, блин? Черная магия очень сильно бьет, прям вообще караул. Аж прям даже страшно к ним подходить. Ну, точнее, не подходить, подставляться, наверное, все-таки. Ах ты жопа. Отличный удар в стену.
Да, они сильнее бьют, когда в темноте находятся. Причем так гораздо сильнее, я хочу вам сказать. Достал, надо же, наконец-то. Ой. Осколок звёзды, да ты кто упал? Туман тьмы. Заклинание, еще одно. Ну у нас же магия для педика, боже ж ты мой. Так, а там что лежит? Что же там такого смешного-то? Душа героя. Вот интересно, а куда нам сейчас идти? Угу. А если мы сюда не пойдем? Блин, тут столько всего на самом деле, и прям даже не знаешь. Тихо, тихо, тихо. Вон там мы видели кого-то. Глазастого, очередного. Приятеля нашего. Там костер. Девочка какая-то кричит вдалеке. Так, здесь никак не пройти. А он как-то прошел, значит, есть какой-то путь. Да ё-моё. Ну ладно, если мы здесь кувыркнемся. Оп. Узорный ключ. Наверное, этот ключ нам понадобится как раз таки это. Там, где наверху в башне. Узор зачарованный, а дверь запечатана мощным заклинанием. Он, кстати, еще и погнутый, оказывается. Так, опа. Лестница. Ага. Это здесь мы... Здесь, короче, висел вот этот вот человечек, который нам дал заклинание «Туман тьмы». Отсюда еще спуститься вниз можно? Спокойно и безболезненно, я так понимаю. Двойная человечность. Неплохо. Блин, эта тишина, если честно, напрягает. Я живой? Я живой.
Я аж прям душа в пятки ушла, блин. Это, наверное, заря кричит. Угу. Это мы сейчас обратно приедем. Отлично. Ну, раз уж мы обратно приехали, то не надо бы души потратить, пока они не потратились сами по себе. Сейчас пусть хотя бы фласочек 10 будет. Вот так. Все, теперь по новой по лицам стучать. Ничего, побежали. Обалдеть, их там двое. Так, понятно. Так, граждане, товарищи, я, наверное, сделаю небольшой перерыв. Я просто не хочу делать его на самом деле так рано, но это связано именно с тем, что у меня суп стоит и ждет меня. Так что я сейчас поем. Вы никуда не уходите. Скоро вернусь.